Я услышал Евангелие. И Божья сила сошла на меня. И мои уста открылись сразу. И я начал проповедовать Евангелие. Вот что такое сила Божья. Она чувствует слабость сильно, ну так она чувствует нормально, но слабость. Слабость это освобождение. Ты веруешь в Иисуса? Я в Иисусе понимаю, как ты? Все, прими прямо сейчас. Кого икарен Иисуки куват по силам? Его помазание Духа Святого. Она мусульманка. Скажи, Иисус. Кахи Иисус. Стань моим Господом. Мирахудамандуджа. Во имя Иисуса. Мусульманка приняла Иисуса и получила освобождение от бесов. Будь свободен. Пури рехай. Аллилуйя. 6 лет. 6 лет. Она плохо видела, но после молитвы она получила исцеление. Вот очки ее. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот очки. Енкий. Енька чешма хэ. Аллилуйя. Аллилуйя. 6 лет он был парализован. Аллилуйя. Иисус исцелил. Пусть покажет. Селке дикань. Он не мог вообще быть парализован. Приехала за благословением, и здесь во время молитвы начали проявляться демоны, она получила освобождение. И мы видели, это было дикое освобождение, она здесь. Тебе ты свободна. Аминь. Во имя Иисуса, благословляем вас. Аминь. Ноги были скручены. Бог не дает тебе плохого или хорошего жену. Руки были скручены. Руки, ноги. Иисус исцелил. Скрученные были руки и ноги. Выровнялись ноги. И руки. И он начал бегать. Сейчас он переживает Дух. Крестился Духом Святым. Мусульманин. Во имя Иисуса. Огонь! Аллилуйя! Дорогие, это сильное свидетельство. У нее мама, папа, дедушка, все родственники колдуны. Да? И она колдунья.
два брата сумасшедших, и здесь она получила освобождение. Иисус изменил жизнь ее. Слышата была. Да. Сейчас вообще, ух открыл. Сейчас слышит. Слышит хорошо. Да. Иисус вчера Господь. Вчера получил он. Аллилуйя. Аллилуйя. Ваши семьи, ваши жизни, прорыв, прорыв Пакистан, прорыв ваш дом, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Благословите, скажите, мы благословляем. Аллилуйя! Иисус Господь! Мы любим вас очень сильно! Пакистан для Иисуса! Пакистан для Иисуса! Пакистан для Иисуса! Дорогие друзья, мы вас благодарим за вашу помощь, за финансы, за ваши молитвы. Мы, слава Богу, провели крусейд в Пакистане. Это было благословенное время для каждого. Тысячи людей получили благословение, исцеление. Люди вставали с колясок, глухонемые получали исцеление, слепые, сумасшедшие люди получали исцеление. Я вам хочу сказать, что наш труд, ваш труд не тщетен. Этого стоило. Иисус Христос прославился в этой стране. И много людей, я верю, получили изменения. Мусульмане принимали Иисуса Христа, буддисты принимали Иисуса Христа. Я поэтому благодарю вас всех, партнеров. Спасибо вам, дорогие друзья. Пусть вас Господь еще больше благословит. Аминь.